Всем большой-большой привет, мои дорогие друзья! У нас уже было видео блинчиков, мы снимали, это было одно из самых первых видео. Недавно мы его нашли, посмотрели и прям за голову взялись. Боже мой, что это было вообще, как так можно было снять? Надеваю фартук и приступаем к приготовлению блинчиков. Итак, для начала беру 4 яйца. Второе, третье и четвертое. Взбиваем 4 яйца, добавляем соль, ну, примерно на вот мою порцию, я буду делать на литр молока, около чайной ложки соли. Я люблю, чтобы так немножко вкус соли чувствовался. Сахар добавлять не буду. Так, теперь молоко. Целый литр молока, 3,2% у меня молоко жирности. Выливаем. Перемешиваем. И дальше мука. Муку можно просеять, но, если честно, я еще не нашла. После переезда просеивала у себя. Не знаю, где. Стакан. Перемешиваем. Сначала тесто мы делаем густым, таким достаточно, а потом разбавляем его еще кипятком. Так, еще стакан. Можно также делать, экспериментировать блины с разной мукой. Очень здоровские блины на кукурузной муке. То есть часть вот обычной, вот такой пшеничной, а часть кукурузной. Они такие яркие, желтенькие, красивые получаются. Так, еще половину примерно кладу. Можно с какой-нибудь овсяной делать, с цельнозерновой. Так, ну и жидковато еще. Еще добавляю муку. Вот оставшийся так, третий стаканчик. И еще. Половинку сыплю. Ну, в принципе, нормально. И вот сейчас немножечко я добавлю разрыхлителя. Примерно с пол чайной ложечки. Вот так вот я добавляю. Хорошо-хорошо перемешали. И вот теперь, кто любит сладкие блины, можно добавить сахар сюда. Я беру кипяток и понемножечку. Вот тут важно поварешкой, а не венчиком, потому что поварешкой оцениваешь, ну, густоту теста, а венчиком не получается как-то. Ну, вот у меня, например. Понемножку тонкой струечкой добавляем и помешиваем. Я думаю, что примерно полстакана, может быть, чуть-чуть больше. Вот такое тесто. Вот сейчас оно готово для жарки. Так, я беру сковороду, даже две у меня будет. Такое маленькое блюдце наливаю масло для смазывания сковороды. То есть перед каждым блином я буду смазывать. И сейчас буду жарить. Вот я налила первый блинчик. Так вот, да, все, ставлю его. Но на другую сторону, это вот первый блинчик. Вот никаким он не комом у меня. Все, отлично. Ну, сковорода еще не до конца прогрелась, но вообще нормально. Вот такой хороший блинчик. Вот второй снимаю. Второй уже дырчатый такой больше, видите, ажурный блинчик получается. Третий я наливаю уже быстренько, показываю, видите, он весь в дырочках уже. Вот я складываю вот этой второй стороной сверху, чтобы удобнее было заворачивать. Вот какой ажурный. Ой, прям вообще супер красивый. Смотрите, какие дырочки. Светится. Решила показать, сколько у меня получилось. Вот такая гора фаршированных, значит, и вот стопочка еще осталась такая хорошенькая. Ну, пустых обычных блинов. Вот так. Приятного аппетита! Радуйте своих близких, пеките блины, и будет все здорово. До новых встреч. Пока-пока.